Фильм «Родня» любим миллионами. В нем прекрасно все, но зрители даже не представляют, как ругались на площадке Мордюкова с Михалковым. Вначале они столкнулись из-за внешнего вида героини Мордюковой. Актриса очень расстроилась, что режиссер хочет сделать из нее деревенскую тетку. В итоге Мордюкова согласилась на такую внешность. Что поделаешь, если режиссер так видит? А настоящий конфликт случился во время съемки вот этой сцены на вокзале. Михалкову все не нравилось, как актриса произносит это «эх». Он мучил ее дубль за дублем, а вокруг массовка. Все смотрят, ждут. Михалков остановился только тогда, когда терпение Мордюковой лопнуло. Но она взбесилась и пошла Михалкова бить. И очень сильно его ударила. После этого актриса уехала в гостиницу со словами, что ноги ее больше не будет на съемочной площадке. Михалков понял, что он перегнул палку и бросился вслед за Мордюковой. Несмотря на эту ссору, всю жизнь Михалков и Мордюкова очень тепло относились друг к другу.